На саммите СНГ Лукашенко озаботился судьбой русского как международного языка. Мол, иногда молодежь на английском уже говорит лучше. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском. Между тем, в Беларуси все труднее выживать белорусскому. Пророссийские инфоказаки открыто клеймят мову как что-то враждебное, и никто их за это не наказывает. Из школ и библиотек выбрасывают белорусских классиков. Сам Лукашенко – известный знаток белорусского языка и культуры. Он, по собственному признанию, вырос на стихах Василя Быкова, хотя Быков стихов не писал. Василь Быков. Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. А первопечатник Франциск Скорина, по словам Лукашенко, жил и творил в Питере. Хотя Санкт-Петербург был основан только через 150 лет после смерти Скорины. И Скорина был не только белорус, он жил и в Питере. Да и с русским языком у Лукашенко как-то не заладилось. Он так и не избавился от своего фирменного акцента. Расшушаем.